Студенчество – один из самых ярких периодов в жизни многих людей. С ним неотъемлемо связаны и преподаватели. Интересно, каково это – преподавать в той аудитории, где раньше учился сам? В этой аудитории на протяжении 5 лет Елена Анатольевна Челак изучала тонкости русского языка. Югорский государственный университет она окончила 16 лет назад, специальность филология. Но покинуть родные стены так и не смогла. И вновь, как в студенческие годы, каждый день приходит в родную аудиторию, только теперь в статусе преподавателя. Она очень добрый человек, очень веселый. Она энергично взаимодействует со студентами. Всегда с удовольствием ходила на ее пары, даже на лекции. В 2014 году Елена Челак получила ученую степень кандидата филологических наук. Кажется, она может найти подход к любому студенту. Однако, когда молодой педагог впервые пришла читать свою первую лекцию, немного растерялась. Еще бы! На нее в тот момент безотрывно смотрели 40 пар глаз. К тому же, учащиеся были практически ровесниками преподавателя. Но с каждым разом проводить занятия становилось все проще и интереснее. Елена никогда не забывала о том, что совсем недавно сама была студентом. Это и помогло ей понять каждого своего ученика. Студенты, наверное, не совсем изменились. Да, студент, он и в Африке, как говорится, студент. Но есть такая тенденция, что современный студент, бакалавр, магистр сейчас активно занимается своей профессиональной деятельностью уже в период обучения. То есть 3-4 курс. Студент уже работает. На 4-м курсе Сергей Шергин занимался научной деятельностью. Несмотря на это, и представить не мог, что когда-то станет преподавателем. Все получилось само собой. Молодой человек получил диплом по специальности прикладная математика и информатика и поступил в аспирантуру. Для практики необходимо было провести занятия для студентов, и чудесным образом Сергею это понравилось. Так на кафедре цифровых технологий появился новый молодой преподаватель Сергей Николаевич Шергин. Разработка веб-приложений, программирование, информационные технологии – все это дисциплины, которые ведет преподаватель. Главное для него – заинтересовать своих студентов. Также там ходят не на все занятия, также там пытаются постоянно где-то что-то сочковать. Там, То есть на самом деле, ну, так вот смотришь на студентов, ну и пытаешься, ну, мы студентам-то, конечно, говорим, надо учиться, нельзя таким быть. А вот вспоминаешь, примерно такой же был. Сергей Николаевич у нас один из самых любимых преподавателей студентов нашего направления. Очень активный, понимающий. И самое главное, он очень хорошо умеет находить контакт со студентами. Контакт со студентами с легкостью находит и совсем юный преподаватель Яна Левченко. ЮГОНА окончила в прошлом году и сразу стала работать на родной кафедре журналистики. Девушка ведет собственный практический курс, обучая студентов технике речи, работе в кадре и постановке телевизионных планов. Подход к студентам у Яны свой, и в этом заключается секрет проведения успешных пар. Не нужно притворяться той, кем ты не являешься, и не нужно из них делать тех, кем они не являются. Не нужно себя ставить супер выше, как какой-нибудь доцент-преподаватель, и сидеть с умным видом и заставлять их называть тебя по имени-отчеству. Яна совмещает педагогическую деятельность с работой на телевидении. Это, как считает девушка, позволяет ей идти в ногу со временем и делиться практическими навыками со своими студентами. БГГИ, БГД, БГДА, БГДО, БГДУ. Молодой преподаватель, он действительно близок своей аудитории, своим студентам, потому что он помнит, как это было. Быть студентом – большое счастье, а стать педагогом – большая ответственность. Молодые преподаватели Югорского государственного университета продлили свое студенчество, а значит, продлили незабываемые моменты в ВУЗе.